Как это открывается? О, боже мой, магическая пирамида. Да еще и весы. Ну, весы меня, если честно, настораживают. Магическая пирамида, я думаю, здесь потому, что она настраивает нас немножко на философский лад. У меня очень много философии в творчестве. А весы — это что-то от судьи, и я бы их тут не хотела. Но насчет, чтобы я кого-то судила, так нет. Может быть, это равновесие? Давайте так, равновесие. Желаю всем нам баланса, чтобы все получилось хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ярослава Санина. И меня сюда пригласили в качестве поэта. Но вообще-то по образованию я по профессии художник. Всю свою жизнь я работаю художником в абсолютно разных направлениях. И преподавала, и рекламами занималась. А вообще, если говорить о литературе, то я писала с детства очень много. Какие-то это были романы сумасшедшие, длинные-предлинные. Какие-то иногда были и стихи. Но когда постепенно-постепенно начинала я взрослеть, я перешла на песни. И стала писать много песен. И это стало моим настолько постоянным хобби, что почти что, ну не скажу, что это профессия, но я просто очень много действительно в этом варилась, и много этому посвящала, ездила на фестивали. Поэтому я себя не делю на поэта и автора-исполнителя. Я как-то вот существую, что-то сложилось так, что хоп, получилась песня, а что-то появляется просто в виде стихотворения и не требует ничего дополнительного. Одинокие, огненные, вдохновенные, каждый тенор и бас, скоморох и баян. Мы выносим с собою на сцену вселенные и бросаем созвездия горстью семян. Разобьются ли песни о камушки голые? Зашипят ли предсмертно в трясине немой? Или вцепятся в комья сухие, тяжелые, в ожидании капли воды ключевой? Нам об этом нелепо болеть и тревожиться. Мы и сами заброшены в мир наугад. На авось, на небось кто-нибудь да размножится на аккорды молитв, да капель серенад. Отражая друг в друге фрагменты феерии, каждый луч, каждый ключ, каждый вектор и квант, мы, внезапные смыслы единой материи, отправляющий в путь свой горячий десант. Стесняясь быть собой, стесняясь быть с тобой, не зная ни черта, боясь всего на свете, пытаясь удивить, стараясь пошалить, избегнув ата-та, хронические дети в игре на интерес бегут наперерез, но лишь остановив любого, ткнув не глядя, немой увидишь «ах» в распахнутых глазах с надеждой о любви и просьбой о пощаде. В старой тенистой квартире на улице Певзнер было прохладно, темно, безалаберно, вкусно. Были салаты и кофе, картины и песни, бас, отпускающий слюни обильно и грустно. Были любимые, добрые, разные люди. Люди тонули в объятиях мягких диванов,
Всем разрешалось блестеть, словно фруктом на блюде. Всем разрешалось своих приводить тараканов. Шустрый бесенок, то выскочка, то незаметен маленький кот, исчезая в оконном проеме, многое слышал. Но во избежание сплетен все растворилось во влажном ночном монохроме. Старые стены на Певзнер всего повидали. Были сомнения, слезы, надежды и горе. Бились сердца и осколки стекла и эмали. Синее-синее, словно глубокое море. Все бы просто, да велика амплитуда людских желаний. «Мама, я хочу молока! Защити, Господь, от страданий! Нашу землю, Боже, спаси! Одели духовную силой! Всемогущий иже еси, дай, возьми! Казни и помилуй!» Из ударов слепой стрельбы, гулко слившись единым эхом, предоставлены все мольбы радиоволновым помехам. Далеко-далеко от нас, то беспомощно, то упрямо, долетают обрывки фраз «Ну, пожалуйста, Боже, мама!» Сквозь муть и тлен, сквозь полиэтилен, навеянный иными временами, прошедший брестский ад, фашистский плен. Со старенького фото с орденами глядит мой дед на правнука светло. Не омрачает вкус его победы подросток, что свое добро и зло еще не осознал и не изведал. Мосты сожжет, и храбрый на словах бесценный дар он обратит в забаву. Но дедовский прищур в его глазах когда-нибудь воздвигнет переправу. Жара. Купальный открыт сезон. Из детства бочка со словом «квас». У перехода аккордеон играет послевоенный вальс. Народ фланирует, счастлив, сыт. Бретельки, шорты, загар, очки. Старушка сухонькая сидит. Проводит пальцами вдоль щеки и что-то прячет в заветных снах под шляпкой тонкого макраме. А рядом в розовых волосах и драной джинсовой бахроме девчонка бойко трясет ногой. От уха тянется проводок, и в сны другие, и в мир другой ее уводит, как поводок. И по киношному солнце льет на музыканта свой свет, а он холодный квас в перерыве пьет, на миг отставив аккордеон. Как в вашей жизни появилось творчество? Когда я маленькая была, ну, как маленькая, я училась уже в школе, это были средняя школа, я увидела ребят стройотрядовцев на вокзале с гитаркой. Что-то они такое пели. Ой, я подумала, как им хорошо. Вот почему-то у них, видимо, было такое хорошее настроение. И вот я чего-то этого, видимо, искала, какой-то общности, общения с людьми. И я думаю, что если человек занимается тем, что ему интересно, он обязательно найдет общение с людьми в любом деле и найдет себе друзей. И так у меня получилось по жизни. Большинство друзей моих пришли в мою жизнь благодаря авторской песне и продолжают приходить новые и новые замечательные, классные люди. Поэтому прежде всего это люди. А само творчество, ну это творчество, ну вот ты так вот выражаешь, тебе хочется петь это, вот берешь и поешь. Вам нравится сегодняшняя литература? Одна тенденция грустная началась еще в 90-х, это коммерциализация жанра. И это касается вот всех направлений. Хоть ты возьми литературу, хоть авторскую песню, хоть кино. Очень много делается штампов и что-то такое вот ширпотребное. Я на работе, когда рисую, я же рисую за компьютером. Наушнички вставила, слушаю аудиокниги.
И так порой сложно найти что-нибудь интересное, потому что ты видишь, что вот это вот штампы про попаданцев, вот это вот штампы про, не знаю, там, эротический детектив. А вторая тенденция, которая сейчас начинается, вернее, как сказать, она возрождается. И она принесет с собой определенные, как я чувствую, вещи, которые вообще характерны для таких периодов. У нас сейчас идет такой период противостояния, и я часто слышу по радио, где-то еще, как люди рассуждают о том, насколько сейчас важна патриотическая поэзия. И, я думаю, найдутся замечательные поэты в этом жанре, но есть опасность в этом, что те люди, для которых на первом месте была коммерция, они быстренько сориентируются, локтями растолкают талантливых людей. Так, что нам? Сейчас мы вот такой штамп придумаем патриотический, и в патриотическом жанре попрут. А уже нам, читателям, слушателям, предстоит сделать каждому для себя отбор. Что мы считаем по-настоящему там патриотической поэзией, что мы видим, что это подделка. Какие книги советуете почитать? Последняя книга, которая на меня прям сильное впечатление произвела, это была Мириам Петросян «Дом в котором». Не перекрыла ничего пока, но общая рекомендация, ну что, читайте Пушкина, не ошибетесь. Хоть прозу, хоть поэзию. Холодно. Плед, пасьянсы, чай, старенький джаз, кино. На смс-ки не отвечай, холодно все равно. Йога, цигун, кундалини, ом, прялка, веретено, звяканье струнами, скрип пером. Холодно, холодно. Масло, корица, изюм, мука, стылой тоске назло, запахом сладкого пирога дальше несут тепло. В прихожей зеркало, сумрак, тапки, да старый счетчик твоих потерь. На сонной полке зонты и шапки, размером в стену большая дверь. Согласно принятым ритуалам, играют петли стальной мотив. Дверная ручка знобит, металлом стараясь твой остудить порыв. Замочным лязганьем огрызаясь, скрипит дубовая толщина, но под напором сопротивляясь, вдруг подается, побеждена. Тотчас же солнце сшибает светом, и на мгновение ослепнув, ты уже становишься частью лета, как это небо, трава, цветы, и шмель пушисто-крылатым телом по-братски чиркает вдоль плеча. И грудь заполнена до предела пьянящей музыкой трубача. И ты стремительно, точно выстрел летишь за новой своей судьбой. И ощущаешь, как быстро-быстро дверь уменьшается за тобой. Едут на запад отпрыски. Едут на запах отпуска. Едут и умные, и дураки по приглашению на заработки, ради любых приключений назад, только бы не назад. Кто остается в городе? Кто остается в мороке, в пыльном бумажном ворохе, в душном вчерашнем воздухе, в темени, с болью в темени, в поисках рода племени? Скованные морозами, с тлеющими вопросами, с воздухом через трубочку. Что нам осталось, Любочка? Крашеных пара домиков, сглаженных пара томиков, крохотный мир для гномиков, дабы дожить до гробиков. Вязкая смесь кирпича и ила, город и так уже есть могила. Что под ногами? Торф, песчаник, мамонты, скифы, Асгард, Титаник. Шпилей полно, да нет опоры.
Ветром гонимы, скоры на сборы, без ожидания правды чуда едут, лишь бы скорей отсюда. Мы остаемся в городе, в холоде, в жестком вороте, съежившись посреди заносов, держимся за свои вопросы. Какой открытый нынче свет, всепроникающий и щедрый. Изрешетил бронежилет, сквозь грудь раскидистого кедра добрался до морщин коры, до травок реденьких в изножье, и грубые корней бугры как будто сделались моложе. Навстречу свету звучный хор невидимых лесных солистов. Поет зеленый коридор от колокольцев серебристых до всех трещоток и свистков, на совесть выводя рулады. То слышно смелость, то любовь, то так и надо, так и надо. Где вы чувствуете себя максимально комфортно? Я себя чувствую замечательно комфортно по окончании занятия йогой. Когда вот позанимаешься йогой, потом сядешь в позу лотоса. И так у тебя все гармонизируется, гармонизируется, где бы ты этим всем не занимался. А вообще дома, среди друзей. Бывает, ты приезжаешь в какое-то новое место, и тебя бросают в полярные ощущения. Как, например, это бывает на каком-нибудь фестивале, там, но в новое место приехал, никого не знаешь. И сначала тебе так некомфортно, просто ужас какой-то, и ты думаешь, боже, зачем ты сюда приехал? А потом ты видишь людей, понимаешь, что люди-то везде люди, и они классные, и становится прям так комфортно, так классно. Как найти себя? Вот так вот легко думаете, сейчас я вам сказала, как найти себя. Я вот все время себя об этом спрашиваю. Нету себя никакого на самом деле. Если так вот в философию пойти, во всякие там дебри, то, наверное, есть просто какие-то череда состояний. И вот когда мы себя забываем, прям забываем о себе, нет у нас, вот это самое настоящее состояние, самое классное, мы тогда и живем на самом деле. Ваша главная ценность в жизни? Прежде всего, это, наверное, какой-то внутренний мир и мир с людьми, с которыми тебя жизнь сводит. Непривычно, что темно. Хочется как-то увидеть ответную реакцию, видеть глаза. Я пыталась чувствовать вас всех этими, не знаю, фибрами души. Как-то, не знаю, хорошо, комфортно. Нет, ощущения одиночества не было. Лампочки то там загорятся, то этом. И этот ощущение, вот щекотный проводочек. А так все хорошо.